Что, говорит, мать, картошку чистишь? Давай, говорит, помогу. И пошел. Сейчас, короче, обед надо приготовить. Дела на улице все сделаны, все спят. Где мой сладкий? Маму, застался, она там пахла кем-то, да? Вот она идет, злыдня. Я с тобой не дружу. Только вот за ногу еще меня давай укуси. С тобой сказала, не дружу. А тебе коня? Цыгане выкрали коня. Це что за фигня? Как-то так песня поется. Все, идите отсюда. Витя пошел. И ты, Ракель, иди. Давай, давай. Ну, зверюга. Ох, зверюга. Че, мириться пришла? Я не намерена с тобой мириться. Давай тогда картошки почисть. Коза. Вить, иди скажи этой козе. Витя ходит туда-сюда. Хотела его на улицу вывести, по снежку походить, а там прям жижа. Думаю, нафиг, еще заболеет. Хорошо, у нас цветочек комнатный. Идет, 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 мой сладкий. Иди, иди к маме, школи. Школи, заходи, давай, давай. Жалась. Давай. Ой, так, мамочка тебе подсадит. Мамочка тебе подсадит. Мамочка тебе поможет. Что там за обнюхивание с пристрастием, а? Я с тобой не дружу. Ты больно кусаешься. За ногу все-таки поймала меня. Вот он, вот он, вот он. Самый ненаглядный, самый умненький, самый лучненький на свете поташкун. И смотрите, скажи, я не худенький вообще. Немного постройневший молодой Витюн. Прям как кракен. Витю раньше, когда он был маленький, я называла кракеном. Он нападал вообще на нас. Он играл как бешеный был. Они все маленькие играют как бешеные. Вот. Да, давай сыр с тебя пособираем. Вот. И он был кракен. А потом он, ну и он тогда еще был Еленовкой. А потом он стал Луи Витюн. Куда? Я так не начищу картошки. Не надо. Ну, не надо. Ну, не надо, лапочки ты мои, сракелюшечные мои лапочки. Нет, Ракель, ну, не надо. Ну, не надо, Ракель. Ага. Фыр, вон, глянь, целый мешок картошки там. Тебе моя нужна, да? Чё, Вить, там? Снег там? Снежок там? Снежок. Ну, посмотрим, может, и пойдем погуляем. Давай я тебя пока почешу тебя. Пока тебя почешу, мой любимый мальчик. Мой самый сладкий. Самый сладенький, пресладенький, да. И вот он еще один самый сладенький мальчик, песок. Самый холосенький, самый баловнюсочка самая. Чего там надо? Да, конечно, я ж так до ночи буду готовить. Ну, вот видите, у нас енота и по столу ходит. И скажи, для мамы Лены это нормально. Даже для папы Миши. Если бы кошка на стол залезла, Миша, наверное, уже бы на заборе ее вешал. А этим разрешает. Спасибо, что полиняли, скажи. Кто-то УЗЭ, а кто-то еще нет. Что шерсти не сыпят нам тут. Витю, ты кого там эта мама нянчила? Курсочку нянчила? Еще кусика нянчила? Да, сейчас пойду к енотикам, к остальным. Витюха, чему мой сладкий? Ирокез у него в этот раз тоже по стрингах была. А в этот раз вот тут осталась шерсть. Где мой славный? Где? Ты славный? Че, идешь, злодейка? Идет, идет. Шуиндя-брындя. Носопырка. Отвали от меня. Я реально с тобой не дружу.